Привет! Ты снова на канале IT User Help. Это видео будет о том, как вернуть корзину на рабочий стол, а также добавить ярлык «Мой компьютер» и панель управления на рабочий стол. Бывают такие ситуации, что значок «Корзина», который обычно располагается в правом нижнем углу, ну, скажем так, который принято располагать в правом нижнем углу, располагать вы его можете, конечно же, в любом месте, как и любой другой ярлык. Итак, бывают такие ситуации, что значок корзина пропадает, а так как пользуемся мы им довольно часто, соответственно, появляется необходимость вернуть этот значок. Пропадает он по разным причинам, у меня, честно говоря, ни разу не пропадал, но я знаю точно, что бывают такие ситуации, когда значок корзина пропадает. Чаще всего это происходит при установке какого-то программного обеспечения, каких-то сбоях в операционной системе, либо просто настройки изменились, сбились. Сделать это, поменять можно довольно легко, поэтому не теряя времени, давай приступим. Ну а прежде чем мы приступим, хочу попросить подписаться на канал, поставить лайк этому видео и оставить комментарий. Итак, теперь, не теряя времени, давай приступим к возвращению нашего значка. Действовать мы будем по самому сложному варианту в случае, если у нас нет ни значка «Мой компьютер», ни панели управления на нашем рабочем столе. Удаляем это все. Да, все. Теперь у нас на рабочем столе нет значка ни «Мой компьютер», ни панель управления, ни, соответственно, корзины. Нам нужно вернуть корзину. И попутно расскажу, как добавить значок «Мой компьютер» и панель управления, так как считаю, что они тоже должны быть на рабочем столе, так как пользуемся мы ими довольно часто. Итак, приступим. Для этого нам нужно нажать на кнопку «Пуск» и найти вот такую строку поиска. Это актуально и для 7 Windows, и для 8, и для 10. Единственное, что в 10 Windows строка поиска будет не через «Пуск», возможно, у вас будет, а прямо вот в этом месте будет строка поиска. Поэтому вводите прямо здесь, в эту строку. Если говорить о 7 Windows, то сначала нажимаем «Пуск», у нас появляется строка поиска. Нам нужно найти панель управления. Вводим русскими символами панель управления. Ввели, нашли приложение панель управления. Либо также, как видите, здесь выведена панель управления, можете сюда зайти. Если не выведена, тогда через поиск. Панель управления, нашли приложение панель управления, левая кнопка мыши, заходим. Выбираем категория. Категория, в просмотр выбираем категория. В этом месте выбрали, чтобы была категория. Далее. Оформление и персонализация. Левая кнопка мыши, заходим. Далее персонализация. Левая кнопка мыши, заходим. Далее влево нам нужно изменение значков рабочего стола. Это гиперссылка, то есть она подсвечивается. Нажимаем левой кнопкой мыши, заходим. И у нас появляется вот такое окно с настройками. Здесь мы можем выбрать, какие значки рабочего стола мы хотим, чтобы были на нашем рабочем столе. Соответственно, корзина, нажимаем корзина, окей. Все, как видите, корзина появилась. И мы ее перемещаем куда нам угодно, где нам угодно, где нам удобно. Раз, все, у нас корзина появилась. Еще хочется отметить сразу здесь, надо было сказать это в начале видео, что если у вас пропала корзина, то первое, что нужно сделать, даже до того, что мы сейчас сделали панель поиска и панель управления, нужно посмотреть внимательно по всем значкам. Возможно, корзина не пропала, а просто переместилась. Если у вас много значков, не так, как у меня, а много значков практически на весь рабочий стол, и они, предположим, уменьшены вот до такого размера, либо до какого-нибудь другого размера, но меньше, чем мои, то вы, возможно, просто не заметили ее, эту корзину, а на самом деле она у вас есть на рабочем столе. Поэтому, если у вас пропала корзина с рабочего стола, то первое, что нужно сделать, это посмотреть
по всем ярлыкам внимательно и попытаться найти, возможно, она просто переместилась. Тогда вы возьмете и переместите ее обратно на любое место, которое вам будет удобно. Итак, продолжаем. Изменение значков рабочего стола. Здесь мы выбрали корзину. Также я рекомендую установить компьютер. Это значок «Мой компьютер», через который вы заходите в файл менеджер. И панель управления. Тут на ваше усмотрение, но я у себя всегда настраивал панель управления, также ставлю. И нажимаем «Применить», «Ок», закрываем. Все, у нас появилось значок «Панель управления», тоже можем куда-нибудь переместить. Теперь нам не нужно нажимать «Пуск», и здесь панель управления, и не нужно будет нажимать «Пуск» либо здесь искать, а для 10 Windows это еще более актуально, так как там панели управления нужно будет искать только через «Пуск». Поэтому установили себе панель управления сюда, и мой компьютер по желанию тоже куда-нибудь, но опять-таки чаще всего в левом верхнем углу «Мой компьютер». Здесь корзина. На этом у меня, пожалуй, все. Опять-таки, если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий. Ну уж совсем круто будет, если поставите, нажмете на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться справа. Всем пока!